Мы же дрова, уголь покупали. Это очень сложно все было. Угу. А теперь все. Кнопочку нажала, и тепло в доме. Раньше Елена вместе с семьей отапливали дом при помощи дров. Сейчас все просто и удобно. Им подключили магистральный газ по президентскому проекту. Глава муниципалитета Андрей Иванов навестил жителей деревни Лохино, дома которых первыми попали в программу «Социальная газификация». Провели все организованно. Мосгаз молодцы. Вот. А такие удобства, ну что, у нас теперь все круглый день тепло. Еще участник программы Александр в марте успешно прошел процедуру подключения газа. Житель деревни признается, что затраты на содержание дома стали в несколько раз меньше. Да, но экономия, конечно, существенная. И стабильность, и экономия. Все просто, то есть нужно было заполнить, отправить скан, то есть никуда не надо было ездить, ну, может быть, это в связи там, с ковидными временами. После этого приехал мастер, не надо было никуда ехать, подписали договор, посчитали, сколько это будет стоить. Соответственно, в этот договор уже входил и полностью счетчик, система безопасности и сам трубопровод от цоколя до котла. Руководитель муниципалитета отметил, что Лохино – один из 17 населенных пунктов, которые были дегазифицированы в округе с начала этого года. Программа «Социальная газификация» успешно реализуется в округе уже второй год. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».